Работу по формированию паспортов проблем каждой территории района члены общественной палаты начали задолго до единого выездного дня приема. В каждом поселении были проведены встречи общественников и местной власти, обозначены острые вопросы и намечены пути их решения. Составлен паспорт проблем. Проблемы систематизируются по признакам принадлежности комиссии: ЖКХ, культура, образование. Некоторые вопросы пересекаются с деятельностью нескольких комиссий. И будут какие-то совместные выезды. Будет составлен план распределения по комиссиям, и комиссии начнут работать. Единый выездной прием начался одновременно во всех 16 поселениях. Жители были оповещены заранее, поэтому многие пришли задолго до открытия приемных. С проблемой по переселению из аварийного жилья по улице Вокзальной. Проблемы наболевшие, затянувшиеся. Наши дома были признаны аварийными в 2011 году. До сих пор вопрос по переселению из аварийного жилья не решен. На данный момент только переселили 3 семьи в 2014 году. Подвижек больше нет, собственно говоря. И, ну, не знаем, что делать, потому что уже обратились к вам. Писали во все органы и в администрацию Одинцовского района, соответственно, в местную администрацию, в Министерство строительства Московской области и также губернатору Воробьеву. Приходит миллион бумаг, отписки, собственно говоря, спускаются, я так понимаю, на уровень местной администрации, которая ничего решить не может. Вместе с членами палаты в нескольких населенных пунктах прием вели и сотрудники межмуниципального управления МВД России Одинцовская. Жители могли напрямую обратиться к ним с конкретной проблемой. В лесном городке было организовано два участка. Организаторы учли специфику территории и ее протяженность. Жители поселения больше всего волновали вопросы развития социальной инфраструктуры, строительства школы, детских садов, поликлиники. Призывы о помощи к общественникам звучали практически в каждом обращении. Вы знаете, наверное, такой небольшой парадокс. Больше всего всегда обращение поступает по вопросам ЖКХ, но не в лесном городке. В лесном городке больше всего беспокоит всех вопрос школы и вопрос детского сада. Это два вопроса, которые настолько взаимосвязаны друг с другом, что их даже отдельно озвучивать невозможно. Есть вопросы и по бездомным животным, есть вопросы по отсутствию зоны отдыха полноценной для семейного отдыха. В принципе, ну и, соответственно, отсутствие, конечно, поликлиники. Это то, что очень беспокоит жителей лесного городка. Единый выездной прием общественная палата проводит уже во второй раз. Количество обращений увеличилось, но это не говорит о бездействии власти. Это в первую очередь говорит о доверии населения к работе общественников. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».